Ну что ж, либо 2-0, либо дубили вы сюда. Кто-то из вас пройдет один в финальную часть, и это будет тот, кто выиграет этот заезд. И поехали! Поехали! Судя по всему, отстает. Алексей Коновальчик. И отстает прилично от Алексея Чердякова. Видно, что проигрывает, но действительно едет очень здорово, но уже... Так, выясняется сейчас, фишка у Шендюкова была. А время? Куда? Здесь тоже... Я в проекте иду.